День энергетика без преувеличения является одним из самых светлых праздников в году. Трудно переоценить ее значение в нашей жизни. Наверное, говорить о том, что энергетика – это тепло и свет, это банально. Но в то же время, если только на минутку представить, как жили бы мы, каким был бы наш мир, если бы не было энергетики. Даже вот эта замечательная елочка не горела бы своими огоньками, не светила бы и не радовала нас. Поэтому, дорогие энергетики, искренне, от всей души, разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником, пожелать вам тепла и света. И я думаю, что к моим поздравлениям присоединится весь коллектив детской библиотеки, в котором я работаю. Атомная энергетика ассоциируется у меня с такими словами, как мощь, воинственность и, конечно, с маленькой частицей атома. Работа с этой частицей, несомненно, очень важна и подвластна только настоящим мастерам, то бишь нашим атомщикам. И в этом году, дорогие атомщики, я хочу пожелать вам счастья, успехов и процветания в вашей очень важной и нелегкой деятельности. Праздником энергетики вас. Желаю вам энергии. Всех энергетиков нашей станции я поздравляю с праздником, с их профессиональным и заодно с Новым годом. Да будет свет, сказал электрик, и поздравляю всех энергетиков с профессиональным праздником, который будем отмечать 22 декабря. Уважаемые работники, ветераны Смоленской атомной электростанции, примите поздравления от коллектива телерадиовещательной компании «Десна ТВ» с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика. Особая благодарность ветеранам энергетической отрасли, которые внесли огромный вклад в строительство Смоленской атомной электростанции, работающей более 30 лет стабильно, надежно и безопасно. Ну и, конечно же, наши главные пожелания ко Дню энергетика – активно развиваться и достигать новых вершин. Декабрьские морозы совсем нам не страшны. Готовы мы ко всем превратностям судьбы, всем необходимым обеспечили вы нас. Энергетики, дорогие, с праздником вас! Ваш труд для всех неоценим, ваш опыт и вовсе незаменим. Будьте здоровы, живите 100 лет, дарите людям тепло и свет. Сердце не прося награды, и пусть домой усталый ты придешь, а в доме свет, тепло и все как надо. И пусть домой усталый ты придешь, а в доме свет, тепло и все как надо. Копьется пульс у каждого из нас, живет высоковольтка напряжение, нити проводов и километры трасс. Это нашей жизни продолжение. Нити проводов и километры трасс связали тесно наши судьбы. Нити проводов и километры трасс связали тесно наши судьбы. И в холод, энергетик, и в жару ты трудишься, бывает, до рассвета. И
многие работы на виду, а наши вспомнят, если нету света. И многие работы на виду, а наши вспомнят, если нету света. Пусть труд твой незаметен, ну и что ж, так бьется сердце, не прося награды. И пусть домой усталый ты придешь, а в доме свет, тепло и все как надо. И пусть домой усталый ты